Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшный скромник! Ну чё, Андрюх, сегодня последний рабочий день, что на выходных делать будешь? О, слушай, может быть, куда-нибудь сходим отдохнуть, а? Во, это я, кстати, не против, Андрюха, это я только за. Вот это мы одобряем, тогда забились, Димон? Да, забились, слушай, погоди, это, давай-ка быстро забежим в магазин техники, там у них сервис есть. А зачем тебе туда? Да я на дроне летал на своем. И, короче, сломал ему лопасти, теперь он не летает, надо, чтобы починили. Слушай, Димон, ты так и не научился летать на дроне, что ли? Ну уже, хотя бы я уже могу пролететь 100 метров. Ага, а говорил, я летчик со стажем, я столько видео снял, а нифига ты не умеешь, сломал свой дрон. Ну ладно, пусть мне починят, сейчас я, Андрюх, зайду, я быстро. Ну ладно, давайте здесь подожду снаружи. Ага, здравствуйте, подскажите, вы занимаетесь ремонтами дронов? Здравствуйте, мистер. Мы делаем все, что вы захотите. Мы чиним все. Слушайте, у меня такая проблема. У меня на дроне отломался лепесток, лопасти. Теперь он не летает. Сколько будет стоить замена и починка? Ой, наверное, около 50 долларов. Поставьте тут свой дрон, покажите, пожалуйста, какая у него модель вообще, чтобы понимать. Сейчас поставлю. Ну вот такой вот камера-дрон, у него там не работает. А, ну где-то как раз, как я и сказал, 50 долларов, мистер. Ладно, хорошо, когда готово будет? Ой, слушайте, думаю, справлюсь, к сегодняшнему вечеру можете заходить, я думаю. Ой, спасибо большое, выручили, до свидания. Всего доброго, приходите, только деньги не забудьте. Ага, хорошо. Все, короче, 50 баксов, Андрюха, стоит дрон починить. Сказал вечером приходить, все будет готово. Давай быстрее на работу, уже опаздываем. Ага, понял. Слушай, Димон. Ну? А дрон-то сам сколько стоит? Дрон? Угу. 15 долларов. Ничего себе, ты что, за починку больше отдал, чем купил, что ли? Да, но таких же больше нету, таких не производят. А-а-а, понимаю, раритет. Да. Так, ладно, Андрюха, ты давай занимайся своим делом, я пойду посчитаю, сколько налогов мы должны заплатить. Ну все, давай, дядя, я пошел на пресс. И кстати, Андрюха. А. Может, потом работу новую поменяем? Не хочу я на свалке работать. Да ладно, прикольная работа. Ароматы какие! Чувствуешь? Ага. Мусорщиками. Я в школе учился не для того, чтобы на свалке работать, бухгалтером. Ну, так надо было на высшее образование идти. И чтоб как ты на прессе тогда. Ага, спасибо, ну, да. Не надо. Ладно, давай, Андрюха, потом пообедаем. Давай, Димон, удачи тебе, браток. Ага, так, что тут у нас? Налоги, значит. Ага, сейчас посчитаем. Не знаю, чё Димон плачется? Нормальная работа, легкая, высокооплачиваемая. Мне вот нравится. Чё, вот так вот взял мусор, скинул? Пресс рубил? И пресс пошел долбить! Вот так вот! Опачки! Нормально получается! Ну-ка, пойду за остальным мусором. Много мусора накопилось, конечно. Ну-ка, что тут у нас тяжелый? Не понял. А кто плачет? Не понимаю. Слушайте. Димон! Ты там плачешь, что ли? Что происходит, брат? Воу! Нет, не я! Странно, не Димон. А звук как будто отсюда, от складов, что ли? Ну-ка, пойду посмотрю. Ай, правда! Все сильнее и сильнее. Кто там плачет, не понимаю. Ты кто-нибудь есть? Не понимаю. Это что еще за фиговина? О, какой-то монстр! Ну нафиг! Димон! Димон, брат! Димон, помоги! Димон, я сейчас такое видел, ты представляешь, не представляешь вообще. Чё орёшь, Андрюха, чё врываешься? Я тут сижу, считаю, что случилось, что ты видел, чё ты там орал мне? Ну там плакал, представляешь, на складах какой-то монстр стоит и плачет. Какой монстр? Ну серьезно, монстр какой-то белый, здоровый, сильный, худой. Пойдем пока, Андрюх, ты может это? Чё, нанюхался газами этими, отбросами, химикатами? Да не. Не, Димон, я ж тебя спрашивал, кто я тут плакал, тут мусор перекладывал, в пресс закидывал и прислушался. А звук-то был со складов наших, представляешь? И кто там мог плакать? Ребенок какой-то, что ли?
Да нет, не ребенок, там какой-то монстр здоровенный был, у него руки-базуки, реально тебе говорю. Вот здесь был. Ну, и где? Вот здесь, в углу стоял. Ой, Андрюх. На входе. Давай ты это, все-таки не заливай уже. Да не заливаю, реально плакал, Димон. Ну и куда делся он? Я не знаю, может, убежал куда-то. Убежал. Давай, Андрюха, иди работай. Да мне кажется, он вернется и сожрет потом. Это реально какой-то монстр был, не маскарад. Да что ты, Андрюха, так волнуешься? Что ты так нервничаешь? Ну страшно же, капец. Ты бы его увидел, сам бы обосрался, как я. Ну, смотри, Андрюха, единственный вариант, который у меня есть, если ты мне не врешь. Можем это, вечером с дрона с моего полетать, посмотреть, чтобы ты не боялся. О, отличная идея, давай так и сделаем. Да, пока, если хочешь, можешь со мной посидеть. Ну давай, я лучше с тобой посижу, что-то мне очень страшно. Ладно, Андрюха, ну ты, конечно, этот, мне кажется, сказочник. Не-не-не, Димон, реально я тебе говорю, вот дрон свой поднимешь и заснимешь его, базарю. Ладно, давай, поможешь мне посчитать тут. Ну давай, правда, считать я не умею. Ну все, спасибо большое, ага, спасибо. Всего доброго, обращайтесь. До свидания. Фух, мой дрончик. Все, Андрюха, починили, как новенький сказали. Ага, ну все, давай посмотрим, мне кажется, он где-то там, я прям чувствую это. Андрюха, да если бы этот монстр был, мы бы пока работали все это время, он бы уже пришел, сожрал тебя. А вдруг он выжидает? Кого выжидает? Ладно, смотри, давай-ка вот тут вот, в подворотню, я сейчас вот так встану. Дрончик запущу, мы все склады посмотрим. Ну давай, давай, все склады надо посмотреть. Странно, да. Что-то не слышишь, как он плачет. Ну вот, я же говорю, ничего нету. Сейчас, Андрюх, сейчас все сделаем. Так. Ну что, нормально, починили, работает все, да? Да что-то барахлит, погоди. Ну давай, настраивай. А, во, во-во, починилось, нормально, да-да. Все, Андрюха, маши в камеру. Что, видно меня? Ага, видно, пойдем сейчас твоего монстра искать. Смотри он в дисплей. Димон. Но... Он был белый, здоровый такой, лысый. Ага. Ты. Белый, здоровый, лысый. Сейчас попробуем, Андрюх, взлетаю. Давай, смотри внимательно. Он на складах был. Ну смотрю, вот смотри сам в дисплей. Я ничего не вижу, Андрюха, никакого монстра. А смотри окрестности, может он перебазировался куда-то, а? Спрятался. Да. Ну реально страшно же работает так, Димон. Придет и сожрет и все. Там нету, смотри, на этих вышках тоже нету нефтяных. О, сейчас вот тут, Андрюх, попробуй посмотреть. Так. Посмотри, посмотри, Димон. В переулке тоже нету. Без понятия. Сейчас попробую над нашей свалкой пролететь. Ну, слушай, красивый вид на самом деле на свалку. Вид красивый, Андрюха, но никого я не вижу. Чисто все. Ну, может быть, реально мне показалось дурость какая-то, а? А, не-не, погоди, а ну, видишь? Что это там? Вот! Это этот монстр, Димон! Погоди, я сейчас приближу, Андрюха. Это то, что ты видел? О, да, он там еще кого-то сожрал! Андрюха! Это могли быть мы, слышь? Это не просто монстр, погоди, я поближе подлечу. Андрюха, это же... Кто? Андрюха, это же SCP-096. Это же скромник, он что, реальный, он что, существует? Я его заснял на свой дрон! Я не понял, они еще существуют, эти SCP, я думал, их уже всех поймали. Нет, Андрюха, скромник, видимо, существует. Погоди, сейчас с другого ракурса вот так подлечу, попробую поближе. А, дрон барахлит! Димон, Димон, что с дроном? Дрон барахлит, что-то, Андрюха, дрон упал. Ё-моё, Андрюха, опять сломалась лопасть, не могу управлять им, дрону плохо. Капец, плохо починили. Не чинится, не летает, Андрюха, все. Надо гарантийный талон оформить. Всё, Андрюха, он не управляется. Все, связи с дроном нету. Все, давай в полицию, уходим отсюда. В какую полицию, Андрюха? Ты представляешь, что мы увидели? Реального скромника SCP-096. Мы прославимся на весь мир. Надо вернуть дрон и видео загрузить на YouTube, чтобы все узнали, что скромник существует, что он есть в реальности. Пойдем, Андрюха, дрон достанем. Да нафиг это надо, Димон, я жить еще хочу, я молодой. Нормально все, он нас не заметит. Самое главное, не смотри ему в глаза. Если будешь смотреть в глаза, он, Андрюха, побежит за тобой. И тогда уже ты сдохнешь. А, точно. Все, я понял тебя, браток. Да. Не смотри в глаза. Да, не смотри на скромника. Он скромник, из-за этого скромный, понимаешь? Не надо смотреть. А я уже и забыл про всех этих SCP-скромников. Тихо. Что делать надо? Аккуратно, Андрюха, надо найти дрон. Я не знаю, куда он там упал. Самое главное, чтобы скромник был подальше от того места. Заберем дрон и прославимся. Слушай,
Мне кажется, он там того мужика жрет или кого он там съел. Я не знаю, там были чьи-то останки. Аккуратно, Андрюха. Ага. Так, чего, где? Видишь дрон? Во, вижу, Андрюха, вижу дрон. Сейчас я возьму его. Сейчас заберу дрон. Давай, так, давай, Андрюха. Брат. Сейчас забираю. Дрон! Он выбежал! Это что такое? Что он не выбежал? А как так? Да мы же не смотрели на него. Андрюха! Андрюха, вставай, родной! А, скромник дурацкий! Ё-моё, дурацкий скромник, а ну иди сюда! Сейчас я тебя поймаю, блин! Иди сюда, зараза! Что ну, происходит? Что такое, а? Иди сюда! Голова болит! Оп-оп-оп, почти поймал! А ну остановись, блин! Сюда! Иди сюда, блин! Ё-моё. Опять убегает, гад! А ну иди сюда, скромник дурацкий! Ты, блин! Помогите! Убежал, гад! Помогите! Мужик, ты живой, в порядке? Да! Поднимите меня! Вы кто? Давай я тебя подниму! Давай, вставай! Сейчас попробую! Давай, вот руку вынимаю! Во! Вы кто? Я Бабян, охотник на скромников, на всяких SCP-монстров! А где мы находимся? Мы находимся в его логове! Ё-моё! Это что? Он меня сюда затащил? А вы не видели случайно моего друга? Этот скромник вырубил нас! Вдвоем! Мой друг еще здесь где-то, наверное! Видел, вон висит! Где? Вон на стенке в палатке. О, Андрюха, ты живой? Димон, брат, это ты? Андрюха, да, это я. Тут какой-то охотник на SCP, он нас спасет. Достаньте его, пожалуйста. Так, нужно как-то его достать, блин. А, я не могу вылезти. Не знаю, с помощью чего его можно достать-то. Ну, руками его не получится. Блин. Сейчас. Можешь его можно на это самое Андрюх, вытащить. Мы сейчас что-нибудь найдем. Как вас зовут? Охотник, как вас зовут? Бабян меня зовут. Бабян, это... Да. Это Фоня висит там, меня Овер зовут. Я понял. Слушай, было бы неплохо, если бы здесь был лом. Ну сейчас что-нибудь поищем, Андрюх, подержись пока там, повиси. Вы что, меня что-нибудь бросаете, найдем? Что ли? Я выстрелы слышал, не бросайте меня! А вы что, нашли логово скромника? Вы хотели его убить? Вы охотник на SCP? Да, я за ними давно охочусь. Слушайте, а мы это... С дрона снимали его, потом решили дрон забрать, у меня дрон сломался. И в общем это, он нас поймал, этот скромник, и видимо свое логово затащил. Нам повезло, что вы здесь. Ну конечно. Так, ладно, давайте попробуем. Я на вышке посмотрю, вы поищите где-нибудь, может что найдем. Давай. А нужен лом или что? Ну можно было бы что-нибудь похожее на лом, или вообще лом можно было бы найти. А палку может какую-нибудь? Или палочку, вообще с кайфом. А тут есть лом, я нашел лом! Где? Все, я взял его. Сейчас я попробую ломом подцепить, скажете куда? Давай. Так, ладно, что, скромник этот убежал, он вас боится? Убежал, подлюка, убежал. Да, он всех боится, Вы вернулись! Ну нас он не боялся. Ну-ка. Так, сейчас, Андрюха. Давай, вылазь! Ой, спасибо, парни, капец, выручили. Я жду, вы меня бросили. Фух, спасибо, что спасли нас. Как нам отсюда выбраться? Ну, как-то надо выбираться отсюда. А вы что будете делать? Ну, тоже пойду выберусь, я охотиться буду за ним. Он убежал куда-то вперед. Кстати. Но. Было бы неплохо, если бы мы своего дрона его засняли где-нибудь. Может быть, он недалеко убежал. Но есть одна проблема. Ну-ка. У меня дрон сломался, мы бы помогли вам, но у меня сломан дрон, он не летает. Ну давайте, может, попробую починить его, что у тебя там? А, лопасть сломалась, сейчас попробуйте. Не проблема. Сейчас, смотрите. Вот он, видите, не крутится, может, что-то так. Сделаете там? Ну-ка, сейчас. Ага. А, так здесь клипса отошла. Да, ну, сделайте. Да, а вот. Оп. Все? Вроде все, да. Сейчас попробую. О, слушайте. Да, заработало, спасибо. Да. Отличная работа, мужик. Я тут, кстати, вам это, пушки положил на всякий случай. Вдруг вам пострелять надо будет тоже. А, ладно, хорошо, давайте, я взлетел. Сейчас попробую найти скромника. Сейчас мы его найдем и загасим. Давай, где он? Охотник, сейчас все будет нормально. Давай. Так, там ведут какие-то кровавые следы. Смотрите, я, наверное, по кровавым следам. Вижу его, вижу, вдалеке он. Он куда-то идет, этот скромник. А ну, куда-то идет. Куда он идет? Я не знаю, барахлит что-то у меня дрон. Погодите, он идет, знаете, куда? Куда? Похоже, в деревушку идет. Там деревушка есть на скалах. Он, наверное, туда идет. Вот гад, блин. Во, гаденыш, уходит. Давайте, возвращай дрон, мужики. Давай. Веду обратно. Я понял, куда он ушел. Все, сейчас мы его уничтожим.
Сейчас мы его с вами поймаем. Ого себе, тут пулемет заряженный, мужик. Откуда у тебя такие пушки вообще? Да я это, украл их. Так, все, мужики, прилетел. Сейчас дрон заберу. Погнали. Короче, давайте за мной. Вы не видели в дисплее, не смотрели? Ну, смотрели, смотрели. Запомнили куда? Да. Все, давайте, берем пушки, берем патроны. Охотник, сейчас мы поможем уничтожить скромника. Отлично, за то, что отлично. Ты спас нам жизнь, мы поможем тебе его поймать. Ну все, мужики, взяли патроны, взяли пушки, погнали. Погнали, да, вперед. Да, давайте поищем его. Так, давайте, пока он далеко не ушел, ускоряемся. Угу. Давайте, вперед. Погнали, а ты долго его ищешь, этого скромника, а, охотник? Да долго, долго, да. Сколько лет? Много. Много? И вот, видишь, мы тебе помогли, отлично. Ну, с кайфом, с кайфом. Вон, смотрите, по следам еще можно идти, давайте, по кровавым. Вперед, вперед. Я так его и вычислил с дрона. Угу. И вот здесь вот где-то он... Вот тут вот ускорился и побежал в ту сторону, мужики. Так. Вот. Ну-ка, ну-ка. Куда-то туда. Может, он в деревню пошел? Не знаю, давайте посмотрим. Ну-ка, а ну... давайте посмотрим реально. Что-то нет его, мужики. Страшно. Куда может, он это ловушка, делся? Парни. Может, это ловушка? Ну-ка. Может, он куда-то запропастился? А ну, мужики. Так, давайте, может, внутрь зайдем? Давайте, а может, он давайте. Реально внутрь забежал? А ну-ка, парни. Сейчас не открывается, слушайте. А тут, походу, пройти можно. Так, давайте тут попробуем пройти. О, нормально. Все. Проходи, проходи. Проходим. Давайте сюда. Как он так зашел-то, а? Тут куда а идти-то? Тут нет никого. Непонятно. А что делаем? Я не знаю, походу, испарился. Убежал, может, куда-то. Испарился? Куда он убежал? Вот гаденыш, ищите его. Ищите. Не мог же он просто куда-то опять убежать далеко. Не мог. Да. Вот да он. Он нас заманил в ловушку. Он даже в эту деревню не заходил. В натуре, ловушка специально, скромника. Специально нас подловил. Давай, охотник, давай, Андрюха, гасите стреляйте. По нему со всей дури. Зажимайте ну, его. Перезаряжаюсь, перезаряжаюсь. Зажимайте, как быстро осторожный он бьет, как быстро он бегает. Перезаряжаем, мужики. Так, отходите, отходите. Он самое главное, не попадитесь. Да, вы уворачивается. Смотрите, он зигзагами бегает. Так, стойте, стойте, стойте. Давайте, мужики, погнали. Стреляйте, гаси его. Стреляйте по нему. Со всей дури. Все, все, гасим, 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 гасим! Отлично, отлично, отлично! Давай, 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 опа, давай! Гасите, гасите! Гасите его, мужики! Перезаряжаю! Нормально. Стреляйте, 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 стреляйте! Мы его ослабили, он стоит, отлично. Боится! Перезарядка у меня идет, он не может а ничего делать! Да можно вообще убить! Давай, можно, можно, перезаряжаю, гаси его! Смотрите! О, отлично! Фу. Смотрите, мы его стерли с лица земли, парни! А где он, блин? Все! Мы его уничтожили, этого скромника! Фух, ну да, нормально. Слушай, а ты что, трофей с него хотел снять? Ну? Да, мы оставим тебе видео с нашего дрона, скинем тебе, как мы его записывали на нашей свалке, и как здесь мы его записали. Фух. Хорошо, молодцы. А потом на YouTube выложим. Спасибо, Бобби, что спас нас. Да не за что, вам спасибо тоже. Да, пожалуйста, уничтожили этого SCP. Слушай, ага. А может мы к тебе на работу устроимся, помощниками будем, будем ловить всяких SCP? Да, в принципе, можно. Ну, мне понравилось. Не все равно лучше, чем на помойке работать. Ну, вообще, да, поинтереснее. Слушай, а какой SCP следующий? Ой, я не знаю. Их-то много. Ну, пойдем к следующему. Пойдем. Давай. Фух, убили скромника. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой угарный, замечательный ролик у нас получился, а мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Ребятки, обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. На вас сегодня веселили, развлекали, конечно, как всегда, Оверфонни и Бобби. Всем большое спасибо, удачи, болейте, хорошего настроения и пока-пока. Бай-бай, дорогие друзья. Аре, чуваки.